Трассы в аэропорты, в Дивногорск, улицы Краевого центра и других городов и поселков края – все это попало в зону внимания дорожников в этом году. Губернатор Александр Ус обсудил с министром транспорта края итоги уходящего года и планы на ближайшее будущее. Одним из вопросов стало положение дел на государственных предприятиях в Ачинском и Балахтинском ДРСУ, которые обслуживают дороги федерального значения. Министр докладывает, материально-техническое состояние дорожных госпредприятий можно оценить как удовлетворительное. Парк техники старается идти в ногу со временем, рабочий настрой положительный, там крепкие коллективы и хорошие специалисты. Обсудили на встрече подготовку к универсиаде, текущие ремонты и обслуживание дорог. В 2018-м в эксплуатацию ввели 15 мостов на дорогах края, мост через Енисей в Минусинске, привели в порядок 280 километров уличной дорожной сети в населенных пунктах, 140 километров региональных трасс и 200 федеральных. На следующий год мы планируем в рамках выделенного лимита на Красноярскую агломерацию в размере 2 миллиардов рублей поделить их поровну. 1 миллиард оставить в городе Красноярске и направить их как на ремонт текущей сети, так и на развитие новой. Это будут либо реконструкции, либо строительство отдельных участков дорог, которые необходимы для разгрузки тех или иных таких сложных мест, где сейчас находятся пробки. А 2 миллиард рублей мы направим на развитие региональной сети в рамках агломерации.